Торжественный митинг в память о летчике-космонавте, дважды Героя Советского Союза, полковнике, инженере Владимире Комарове прошел в Щелково. Мероприятие посвятили 94-й годовщине со дня его рождения. Владимир Комаров наравне с Юрием Гагариным считается пионером советской и мировой космонавтики. Он был первым человеком, совершившим два пилотируемых полета в космос. За первый полет в качестве командира экипажа космического корабля «Восход-1» в 1964 году он получил звание Героя Советского Союза. В 1967 командир корабля Владимир Комаров стартовал с первой площадки Байконура на борту «Союз-1». Этот полет закончился трагически. На конечном этапе спуска отказала парашютная система. На большой скорости корабль врезался в землю и разбился. Второе звание Героя Советского Союза Комарову присвоено посмертно. На памятном мероприятии присутствовало множество школьников округа и юноармейцев. По традиции все собравшиеся возложили к памятнику героя цветы и провели минуту молчания. Сегодня мы с вами собрались здесь для того, чтобы почтить его память. Владимир Михайлович внес большой вклад в развитие отечественной космонавтики. Также от всей души хочу вас поприветствовать от имени главы городского округа Щелково Андрея Алексеевича Булгакова и поблагодарить вас всех за то, что вы сегодня пришли на это мероприятие.